Значит, собственно, начала видео снимать. Но тут эпическая драка с таким шумом и стуками, и грюками, и шерсть во все стороны клочками летает, что просто... А, и вот тут у нас он сидит, пожалуйста, в ложе, так сказать, на первых местах наблюдатель, пока гладиаторы дерутся. У меня здесь нашествие каких-то термитов летающих, девчонки. Я не знаю, что это такое, но вся комната в них. И они время от времени будут пролетать мимо экрана, не пугайтесь. Коты мои, вместо того, чтобы их отлавливать, вот как вы видите, заняты какими-то непонятными своими делами. Так, половина шерсти тазика уже на полу. И во рту ушастого. Два дурных. Ладно, давайте займемся заказами. Так, значит, не обращайте внимания на пролеты странных насекомых. Потом разберемся с ними. Тут какое-то бешеное количество. К-428 авантюрин. Мы его уже видели когда-то давно с лабрадором, с лоремаром. Вот из девчонки попробовали авантюрин вставить. Тоже, по-моему, очень красиво. Жемчужинка такая очаровательная. $117 такой кулончик. Его порядковый номер у меня 3054. Для заказа К-428 это его артикул. Но его имя 3054. Для того, чтобы написать в комментариях, что это ваш. Кому нужны каталоги по шаблю для заказов, обращайтесь в личку, я вам обязательно отправлю. Там есть два каталога. Нужно просто зайти на сайт и ввести коды. По нашей просьбе многочисленной нам сделали вот такой браслет еще один. Это было два последних берилла. Мы из двух выбрали один, добавили нам голубые топазы. И значит, вон артикул для заказа B1370, а его порядковый номер в нашем показе. Я его не буду растягивать, девочки, ну, чтобы вам не портить. В принципе, можно немножко растянуть для того, чтобы надеть на руку. 3040. Это его номер 3040. Артикул B1370 $115. Его можно будет растянуть до того на размера, чтобы продеть в руку. Видите, он совсем специально заужен. Интересные у нас камни. Начались авантюрин. Потом берил. Значит, кто из висюльки просил? Пришло две висюльки с гранатом и просто цветочек. Они по $11, значит, каждая такая висюлька. Это на браслет 305 или просто подвесить, кому нужно какие-то другие браслетики тоже можно. Так. Серьги. Ха, интересное дело. Я в распродажу выставила 44,77 кулон. А до этого я еще дозаказала к ним серьги. Это вот их сетовые, так сказать, наборные. 35,54 их артикул. И в итоге теперь, получается, колье забрали, серьги остались. Теперь нужно, наоборот, к серьгам, наверное, заказывать колье. Но, девочки, если кто-то хочет, забирайте их, $43. Их номер порядковый сегодня в видео 3032. Вижу небольшая, как будто как царапучка такая на жемчужинке, но незначительно. Французская петля с крючком. $43. Порядковый номер их 3032. Если вы откладываете, так и пишите. 3032, и мы поймем, о чем речь. Кто-то из девочек заказал, судя по всему, набор булавки 2260 с лавандовым фианитом. $47 они получились по цене. Их
номер порядковый 30-48 в сегодняшнем видео. И летает вот это странное насекомое здесь. Непонятное совершенно. Как ночная бабочка, что ли. Видите, длинная французская петля с крючком. И я не знаю, это идет как сет или просто положили вместе в один пакет. Но вот у нас такое кольцо. Оно тоже идет с лавандовым фианитом. 10,42 его артикул для заказа. $44 его цена. Его размер 19,2. И порядковый номер в сегодняшнем видео 30,49. Артикул для заказа R1042. Так. Понятно. Это мы тоже разобрались. Далее. Колье. Кто просил? Колье $127. Это у нас N4009, его артикул для заказа. Номер в сегодняшнем показе 3035. Порядковый номер этого колье, для того, чтобы можно было его отложить в комментарии. 3035. Для заказа N4009, $127. Застегивается он вот так. Видите, здесь нет дополнительного кольца. Просто Таня у меня спрашивала, вот они, эти кольешки все застегиваются вот таким образом. Потому что если вставить туда кольцо, то будет боком висеть, тогда надо уже два кольца. Эти колье очень удобны на шее, под многие виды украшений их можно компоновать. Хорошая вещь, полезная. Для Маши растеряши, которая потеряла серьгу, сделали на заводе единичную серьгу. Вот она, $26 с гранатом. 2E2677 это ее артикул для заказа. И их, в общем-то, их две обычно приходят. Но в данном случае одна. 3045 порядковый номер в сегодняшнем видео. Так. Наши проволочки любимые. Недавно мы видели их и с гранатом, и с лунником, и с опалом. А вот нам пришли с зеленым яблочным кварцем. Давайте его померяем. Зеленый яблочный кварц. 19,2 размер. Где-то на 18,7, я бы сказала, не больше. Очень красивый, интересный камень. И к нему серьги пришли. Значит, кольцо $50, серьги $52. Видите, жемчужинками. 3042 это номер кольца в сегодняшнем показе. 3043 это номер серёг. Почему? Я даю порядковый номер, просто чтобы два раза потом не отложить одно и то же украшение разным людям. Я теперь все это дело фиксирую. Поэтому каждое изделие получает свой порядковый номер в показе. Французская петля с крючком. Очень любимая мною модель. Действительно, с яблочным кварцем мы вообще давно не видели украшений, девочки не заказывали. Вот, спасибо, кто заказал, хоть вспомним, как камень выглядит. Хорошо, следующее, что я вам хочу показать, это кольцо с черной шпинелью, кто-то просил. Вот оно, $49, R2161 артикул. И, ребята, его номер в показе 3050.
То есть девчонок заказал с черной шпинелью. Прикольно вышло. 19 размер. Ну, он не налезет, конечно, 19, 18,5 где-то. У меня осталось такое же кольцо. Девочка хотела выкупить его в Беларусь, но теперь с Беларуси невозможно перечислить деньги. И поэтому пока что остается с каким-то там синим камешком. Может, оно будет в распродаже. Посмотрим. Ну, а это с шпинелью $49. 30-50. Его серийный номер на сегодня. Шпинель. Так, хорошо. Кто-то из девушек просил. Там несколько человек просило, но камень был один. Так что, кому я пообещала, напишите мне. Мы еще это дело перепроверим, конечно же. Просто, по-моему, двое просили, но, к сожалению, камушек последний был цитрин. D544, секретный код, 20,8 миллиметров его сделали, $72 цена, и оно, его номер порядковый 3033 в сегодняшнем показе. Большой размер, и камушка такого цитрина больше нет пока что на сегодняшний момент. Только если заказывать камни, но пока нету. Так, лабрадор. Тоже последний камень нам нашли и вставили. Больше тоже 2-сантиметровых тоже пока нету лабрадоров. Камней $85 этот кулон с цепочкой. N2363 его артикул для заказа. И, ребята, номер в сегодняшнем показе 3039. $85. Камень последний. Он с вот такими шторками, но, в принципе, не процарапывается пальцем и очень яркий. Так. Хорошо, с этим мы тоже разобрались. Веточки, кто ждет? 30-34 будет номер в сегодняшнем показе, $60. Артикул R2023. И, ребята, это у нас 21,8, почти 22. Очень крупное кольцо. У меня может в любой момент батарейка сесть. Я прошу прощения, если прервется, я просто потом начну видео с того момента, на котором прервалась. Мне сегодня просто забрали у меня заправку. Я вот с последней энергией, так сказать, последними электронами. Так, это номер 3034, веточки наши любимые. Так, девчонки, наверное, отключусь, заправлюсь и тогда продолжу. Так, девушки, заправились мы. Можем продолжать. Кто просил кольцо? Вот такое интересное, из трех частей состоящее. Видите, как здорово придумано. Его очень трудно промерить. Мы гадали и не знали, какой размер. Вот сейчас посмотрим, что получилось. Это R2317, его артикул, $42 оно стоит. И его номер сегодня в нашем показе 3042. И сейчас посмотрим. 21,2 его в миллиметрах артикул. Простите, его в миллиметрах размер, конечно же. Не артикул, размер. Хорошо, с этим разобрались тоже. Вот, ждали мы эти серьги, чтобы они уже отправились к своей хозяйке. Наконец-то пришли. Это из серии «Человечки» или «Наскальные рисунки». В Шаблюле очень много украшений из этой серии. Просьба была с бирюзой.
$60 экспромость, Е505 их артикул, номер на сегодня, собственно, их личный, это 3041. Под этим номером они будут, пока не улетят в свои хозяйки. $60. Написано шаблюль на иврите, проба. Сверху тоже шаблюль, тоже проба. Так. Окей. Наш любимый бурелом. Кто-то просил зеленый, девчонки, камень. Камень, конечно. Чума, я бы назвала даже так, не литературно. Супер. Я вообще очень люблю зеленый именно лабрадор. Я знаю, что в меньшинстве обычно люди любят синий. Вот я очень люблю зеленый. Смотрите, какой шикарный камушек вставили. 22,82 его артикул. Размер 19,5, $69 стоимость. Его номер 3031 порядковый. То есть 2282 это артикул, по которому можно его заказать. Конкретно это кольцо 3031. Красивое. Красивое. О! Девчонки просили стрекозки сделать что-то типа сета. И я надеюсь, что у нас вышло. Смотрите, значит, наше стрекозное кольцо, которое очень популярно. Вот недавно его заказывали с опалом. До этого с бирюзой. Вот сейчас опять с бирюзой. Стрекозка такая, которая летит на веточку. R1927, $54. Его номер личный 3038. Его ID, так сказать. Или, как у нас говорят на иврите, тудадзуд. 3038. $54. Значит, размер, ощущение у меня, что оно на 19. Значит, ну, соответственно, 19,4. Да, пол размера мы добавили. И к нему попросили мы найти нам серьги. Захотелось нам очень, чтобы у нас была такая целая стрекозиное семейство. И мы нашли вот такие серьги, сделали их с бирюзой, и получились они, вот у нас теперь семья. Значит, сюда, как я понимаю, можно английскую швензу вставить, наверное. Тут большая очень петля, может быть, можно, может и нельзя, надо проверить. Цена Е2378, $48. Их номер 3037. Значит, кольцо 3038, серьги 3037. Так. Заказы выходят порциями, поэтому не все всегда все получают. То есть мы не собираем, когда готово абсолютно все, вот как марказит мне высылается, да, и потом начинаем собирать новую поставку. Мы постоянно подаем и постоянно получаем порционно, поэтому не всем все приходит сразу, так что не пугайтесь. Девочки, кианит. Кианит и модель такая интересная, давно ее не видели. R2453. Сейчас я на эту сторону, интересно. О, так, даже так вот. Значит, 17 размер, $59 такое кольцо на сегодняшний день получается. 3044 его номер. Кианиты очень даже неплохие нам подобрали. Кианиты вообще очень проблемный камень. Вот Игорь, например, отказывается работать с кианитами. Говорит, что это подобрать хороший кианит – это великая проблема. Так что, девушки, шаблюль у нас, что может делать, как говорится. Ну, не всегда это идеально. Часто бывают белые полосочки, ничего не сделаешь. Такой вот такой камешек. Ну, тут я вот, мне кажется, что неплохо. Неплохо отобрали. Так, кто-то просил докомплект к спермикам в виде колье. Вот оно. Значит, такое колье. Видите? Кольешка такая.
Что написано по ней? Значит, написано, что она, во-первых, N2191 ее номер, $53 цена этой кольешки, 3053 это его порядковый номер. Так. Далее. Опять пришла пара серёг. Уже это, по-моему, третья пара. Не знаю, почему. Мы все их получаем и получаем. То ли действительно много заказали, то ли их продублировали случайно. С гранатиками, колечками. $40. Е2438. 3046 их номер порядковый. Так. Интересный браслет. Первый раз мы его заказали. Даже просили резинки завода, чтобы увидеть размер детали. Нам вынули и показали даже форму, в которую отливают. Потому как было не совсем понятно. Ну, вот так это смотрится. Здесь у нас вставлена черная шпинель. $106 такой браслет. Он идет с тоглом. B1241 его артикул. Номер порядковый 3036. Имеется два колечка для того, чтобы закрыть. Я закрыла на второе, которое побольше. Сюда, в принципе, можно страховочную цепочку добавить. Можно не добавлять, потому что сам вот это вот сам тогл, или как девчонки на украинском заводе Ирида называли лыжа. Так вот, сама эта лыжа, она с шариками по бокам, и, скорее всего, она не расстегнется. Видите, на мелкое кольцо я даже не могу на ближнее застегнуть, мне коротко получается. Ну, получается вот так вот. Мне кажется, что он не потеряется. Но если вам как бы для страховки хочется, то можно сюда добавить страховочную цепочку, не проблема. Кстати, я их получила сегодня еще штук 30, если кому нужно. Так, еще раз, $106, 3036 его порядковый номер в сегодняшнем показе, артикул для заказа B1241. С черной шпинелью. Новенький браслет в нашем коллективе. Так, Наташа, пришел твой шампейн. Ждало кольцо камень. Поэтому было уже готово. И когда вот сразу получили камень, моментально его вставили и мне передали. Значит, само кольцо мы давно заказали, не было камней. Это фианит шампейн. Вот такой вот шикарнейший совершенно. Наташа его попросила сделать. Девочки, я пропустила. Мне очень стыдно, но я не написала стоимость. Я уже с Наташей разберусь в личку. Но R625 артикул, номер 3051 этого кольца. Если кому-то понравилось, обратитесь, я вам все непременно на цену напишу в комментарии. Но оно не дешевое, оно там в районе, ну, за $70 где-то туда. Не дешевле, это точно. Вот такой вот интересненький камешек шампейн. И 19,5 размер. Мало мерит, получается на 19. Очень люблю поперечные камни и очень люблю шампейн. Так, ребята, и мы закончим этот выпуск, который и так сегодня поздно очень выходит, тремя кулонами. Значит, сразу рассказываю. Кулоны. Таня попросила кулон. Нам всем очень понравилось. И девчонки заказали еще их кучку такую небольшую. Так, это запуталось, я потом аккуратненько иголочкой распутаю. А, вот уже распутала. Значит, смотрите, что происходит. Во-первых, девочки заказали практически сразу два таких кулона. И еще Жанна заказала третий кулон недавно. Жан, тут твоих еще нет, еще он в процессе изготовления. Вот Света, еще кто-то, кто просил, вот ваши два кулона пришли. Значит, кулон номер один, его номер 3055.
порядковый, 54 доллара. Здесь золото, золотой цветочек, 14-каратный, 54 доллара. N3041 его артикул. И его номер порядкового этого кулона 3055. Дальше, 3056. Такой же точно, один к одному. Я вам его покажу. Но он абсолютно идентичный. Вот он, это 3056. Но вот зато у меня есть 3057, который не является заказом. Просто Катя спросила, хочу ли я сделать, у нее нашелся камень. И мы его, как говорится, употребили в дело. Значит, это, ребята, гранат. Та же цена, 54 доллара. Для граната такого размера, я думаю, они серьезно продешевели. Я думаю, что просто не обратили внимания. У Кати был последний камушек, его вставили. Потому что такого крупного граната, если вы знаете, в Марказите, например, он бы стоил очень дорого. Просто очень. И тут получается, кто его отложит... Ну, кто любит гранат, конечно, не лишь бы, как бы, то очень выигрывает за 54 доллара такой кулон, ребята, это не цена. Еще и золотой напайка 14-каратной, о которой у нас тут есть даже упоминание в виде пробы. Так что, ребята, своего рода эксклюзивная вещь. Номер его... 3057. И Жанна, твой такой же с дымчатым, еще в производстве, не пугайся, просто еще мы его заказали недавно относительно, еще не успели сделать. Все, ребят, всем пока. Кто свои заказы не увидел, не пугайтесь, просто не все еще сделали. Постепенно все получим. Жду вас в комментариях. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И жду вас в личку, кто отложил свои украшения, кто их опознал. Заказано шаблюль, еще раз напоминаю, можно попросить у меня каталоги или смотреть плейлисты по шаблюлю. Там, наверное, уже 400 видео есть за эти 5 лет, уже почти скоро 6, 5,5. Так что там очень-очень-очень много моделей. Шаблюль все это делает, у них нет моделей, которые устаревают. Очень редко, когда они снимают с производства какие-то очень сильно хитрые браслеты с какими-то непонятными замками. Это бывает очень редко. Как правило, они все делают, все, что есть в каталогах. Всем пока, нет войне. И завтра, наверное, продолжим. Уже как-то надо закончить с нашей распродажей шаблюлевской.